Учащиеся Лопатинской школы активно принимают участие в акции «Письмо солдату». Первые послания ребят со словами поддержки защитникам Родины были отправлены адресатам еще в июне. Сейчас мы стараемся сделать небольшой фильм на эту тему, о том, как наши письма дошли до солдат. И когда мы узнали, что для них это очень важно, они хранят их в гимнастерках, они вешают их на своих, рядом со своими койками. Мы подумали, что, наверное, это нужно, и самое главное, они просто попросили нас об этом. Первоклассники передали рисунки, кто смог написать, написали письма с родителями, но в основном от первого класса идут рисунки с пожеланиями. Дальше уже третий, четвертый классы, они уже писали письма. Представители Ленинского отделения партии «Единая Россия» побывали в образовательном учреждении и пообщались с первоклассниками, которые вместе с родителями и учителями подготовили рисунки с пожеланиями для военнослужащих. Я желаю тебе, чтобы ты вернулся домой живым и здоровым. Мы вас будем ждать с победой. Я нарисовал солдат в танке, флаг России и написал удачи ему. Солнце оранжевое, я сделал, как будто это закат. Вот тут я сделал танк, и тут еще один танк, а тут солдата. Мы желаем солдату счастья, здоровья, и чтобы он выжил, и ждем его с победой. Приняли участие в акции воспитанники дошкольного отделения Лопатинской школы. Они попросили меня, тоже, Алина Викторовна, можно мы передадим свои письма? Писать они не умеют, но они могут. Вот смотрите, какие красивые письма они сделали. И нарисовали рисунки словами благодарности. Письма от школьников будут упакованы в каждую коробку с необходимыми вещами для участников специальной военной операции. Вы такие маленькие, но у вас такое огромное сердце, поэтому я хочу сказать вам огромное спасибо. И чтобы вы передали своим мамам и папам большое спасибо, потому что и учителю, конечно, обязательно вашей любимой учительнице. Все вместе, и мы, и вы, мы делаем большое дело. Поднимает боевой дух не только песня, но и добрые слова. Ребята верят, что их письма дойдут и заставят защитников Родины улыбнуться. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.